каждый товарищ, который представляет себе, что у него есть несколько слоев, что должен исправить, так как это возможно, как мы можем как-то синхронизироваться, чтобы вместе достичь полного исправления? Еще раз. Если у каждого товарища есть какие-то слои, которые он исправляет, как мы можем синхронизировать друг с другом, чтобы достичь полного исправления между нами вместе? Если каждый товарищ исправляет разные слои, как мы можем синхронизироваться между собой, чтобы прийти к полному исправлению вместе? Мы не умеем это делать, потому что для этого мы должны были бы заранее понять и почувствовать и управлять самой системой Адама Ришона, а это делает Творец. Он дает нам отдельные случаи одного с другим, и то того с этим, и мы не знаем все эти вещи, и поэтому каждую секунду, которую мы проходим, мы не понимаем связей между одной секундой и другой, между одним состоянием и другим. И затем это соединяется. Но вся система находится во власти общего высшего света, который вышел и окружает эту систему как окружающий свет. И этот свет, который оказывает давление на систему, он пробуждает все слои этой системы к тому, чтобы соединиться, принять различные формы, пока все эти части не достигают совершенного единства. Это не в нашей власти. Только на более высоких ступенях мы начинаем осознавать немножко эту работу системную, которая есть в исправлении системы Адама Ришона, и тогда мы называемся партнерами Творца. И уже мы начинаем входить в более осознанную работу с пониманием, включаться в программы его. Но это пока что не в наших келим, которые совершенно пока не готовы как-то соединиться между собой, для того чтобы из связи между ними мы начали бы понимать формы объединения, тенденции объединений, связей. Но постепенно это произойдет. Это очень интересно. Это в сущности наслаждение, которое мы получаем от того, что кли совершенно разбито, начинает обретать различные формы из восполнения. Об этом написано, что нет больше наслаждения, чем разрешение сомнений. Именно уподобить килим, которые настолько далеки и противоположны, что не может быть никакой связи между ними, и вдруг ты видишь, насколько они дополняют друг друга, и вот из этого дополнения возникает совершенство. Мы придем к этому.